Всем привет, дорогие друзья, с вами Ленчик. Многие задаются вопросом, какой выбрать утяжелитель для ног. Есть много вариантов, и каждый по-своему разнообразен. Но сегодня специально для вас мы подготовили небольшой лайфхак для тех, кто еще не определился с выбором. Этот способ является альтернативой магазинных утяжелителей. Нам понадобится ведро, камни и кроссовки со шнурками. Закладываем камни в ведро весом от 4 до 10 килограмм. Становимся четко по турник. И встаем на ведро вот в таком вот положении. Далее привязываем шнурки к ведерной ручке. И начинаем подтягиваться. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и напишите в комментариях, помог ли вам лайфхак. Всем пока!